В деле туризма им нет равных. В Ярославле прошел региональный этап конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма». В нем приняли участие 16 человек. Все они представители гостинично-ресторанного бизнеса, туроператоры и гиды. Каждый участник сделал самопрезентацию. Также выполнял творческие задания под пристальным взглядом жюри. Среди победителей Юлия Голубева, Валентина Клешнина, Наталья Грачева, Татьяна Мусакина и Екатерина Пушкарева. Именно они представят Ярослав область на всероссийском этапе. Он начнется 19 июля и пройдет в дистанционном формате. Участие в конкурсе – это, конечно же, непосредственно возможность проявить себя, получить какой-то обмен опытом среди других участников, посмотреть на других, показать себя, соответственно, показать, конечно же, свое место работы, то есть, потому что это все-таки немаловажно, мы все себя познаем через работу. Туризм у нас стратегическое направление в развитии региона, очень важно, потому что очень много средств размещения, очень много гидов, экскурсоводов и вообще очень большой туристический поток в регион. Поэтому очень важно, чтобы были подготовлены профессиональные сотрудники, которые сталкиваются с гостями региона, в том числе сотрудники отелей, сотрудники туристических фирм.